все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замерзнет закус, эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Будет замерзнет закус, эй, мусор, лови разнос. Мусора, готовьте ксивы, сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает. Раз, два, три, это тебе не шутки. Смотри, здесь стая, будут копы нагнуты, как проститутки. Арифметика простая, эй, копчик, береги свой копчик. Я смотрю, потом полиция старший лейтенант Зодиков. Кто-кто? Кто-кто? Зодиков. Зодиков? Да. Ага, дальше. Но я не могу свет выключить. Ну, выключите, пожалуйста. А будет тебя видно? Вот так вот. Я думаю, что будет видно. Что там зупинили? За что? Зупинили? Ага. За те, що здійснили поворот в зоні дії знаку 4.2. А що ви тут делаете? Що ми здесь делаем? Угу. Стоїм. На протяжении уже довгого времени. Да. Просто стоите и ждете, кто же повернет на знак 4.2, да? Правильно? Мы стоим и смотрим за тем, чтобы... Я так понял, вы там уже человеку уже вынесли постановление? Я? Ну, ваши коллеги вынесли? Не знаю. А, пошли узнаем. Чтобы же было все нормально. Братуха, а тебе вынесли постановление? Да. А за что? За знак у него есть. Как ты поворачиваешь, да? Конечно. Ты согласился с этим? А что нет? Ну, если знак есть. Чего мне не соглашаться? А ты знаешь, что там все порядок с ним, с этим знаком? А что, сейчас пойду пробивать это, узнавать? Ну, зачем оно мне надо? Ну, видишь, на такое и рассчитано, что ты соглашаешься. Нет, ну, хорошо, смотри. Ага. То есть ты считаешь, что этот знак они сейчас вышли и сами повесили? Нет, я тебе просто объясняю. Я просто этим занимаюсь, я знаю, почему этот знак висит. Потому хорошо. Что здесь, когда был каток, ну. Его установили для того, чтобы разрушить движение. То есть ты хочешь сказать, что это... Совершенно верно. Ну, хорошо. То есть они тебе выписывают постанову в течение двух... Не, мне не выпишут они постанову. Не, ну, может, не выпишут, я ж не знаю, там, это уже ты сам разбираешься. Выписывают постанову в течение двух недель, ты имеешь право, оскаржите в суде. 10 дней. Ну, 10 дней, да? То есть нахрена им мозг сношать? То есть получил постанову, поехал... Все, братан. Поехал в суд... Все в суде порешал. А, ты через суд хочешь их? Не, ну, я никак не хочу. Я еще не думаю. Я выписал, я пошел пить кофе. Мне вообще не насрать. Красава! Вообще красавчик. То есть... Ладно, пойдемте со мной. А ты пацанам-то что будешь? Они видят, им сказали, они стоят. Все, годится. Вот, друзья, вот так вот. А что у вас по цифре номера? Это будет уже отдельное. Куда вы ушли, инспектор? Сейчас подойду. Ну сейчас там нету, вот знаете такое, там нету сейчас. Давайте я за вами побегаю. Да. Не, что, с машины. А мне долго ждать или как, или что? Или вы пока потрещите по телефону? Придите, пожалуйста, ваше посвящение водителя, ты сюда свой проезд. И все? Транспортного зона. И все? Что? Что, предъявить и все? Вот так взять и дать вам, чтобы вы мне выписали постановление? Не, предъявить, пожалуйста, что оно... На основании чего? Ну вы же порушили. Я порушил? Да. А у вас есть доказы того, что я порушил? А у меня, представьте, будет другое опровержение. Да. И вы так облажаетесь... Что вы даже сами себя не узнаете. Ну, надо это здесь доказы. Давайте сделаем так. Если там было легко, то здесь будет трудно. Это я вам сразу, это я вам гарантирую. Хоть у вас будет 10 тут стоять против меня одного.
Вас интересует подсветка, вы и за подсветку вжарите, и за все там вжарите, и за брезовики вжарите, и за резину вжарите, и за отсутствие номеров вжарите, за все вжарите. В смысле? Ну вы же меня остановили. Остановили. Ваши действия. Предъявить, пожалуйста, ваше посвящение. Отказываюсь. Чему вы избавляетесь? А потому что я не нарушал. Ходи до побачення. Нет, так не пойдет. Можно ваше службовое посвящение? Навище? Будь ласка. Навище? Подождите, вы меня останавливали? Я запинял. Ты что, невменяемый или что? Я нормально разговаривал, будь мужиком. Скажи, да, я тебя останавливаю. До побачення, я вас не запинял. Ты прикалываешься? Нет. Что это за клоунизм, я что-то не могу понять. Службовое посвящение. Службовое ваше посвящение. Я разговариваю кому вообще. Я как... повинен предъявить посвящение службовое. Вадим Николаевич, все. Вадим Николаевич, да. Очень приятно. Вы меня остановили, вы ко мне подошли. Не вот этот молодой человек, не вот этот, не вот этот. Видите, мое службовое посвящение, оно у вас уже есть. Зотиков, подождите, ну вы так дергаете. Зотиков, Денис Васильевич. Все, в чем проблема была? Скажите, пожалуйста, вы ничего не нарушаете? Я? Да. Я ничего не порушаю. Вы уверены? Я уверен. А если я вам обратное докажу? Это ваше право. То бишь... Вы на 20-ю статью закона о полиции хер ложили. Вот вы на нее вот так взяли, вывалили и положили. Говорите, я хер на нее ложу. Что вы от меня хотите? Подождите, вы хотели мне вменить Вадим Николаевич. О том, что я где-то там нарушил. Это раз. Второе, вы себе Вадим позволяете Николаевич. Стоять вчетвером и останавливать водителей, там рассказывать, вы же запомните. Мы выполняем свою работу. Вы должны, послушайте, вы должны... Видно наши расстановки та расстановка дислокации. У вас дислокация, но не под знаком 4.2. Ну не под знаком же 4.2. Чего ж вы не станете вот там и не катаетесь за ними? А что мне забороняет там зупинитесь под знаком 4.2? Або там на выезде из арки 4.2. Те же знаки. Я стою зараз тут. Вы стоите и ждете. А что вы на превенцию не работаете? На превенцию? Да. А чему не работаем? Ну 31-е вообще откройте, обратно. Откройте Инстаграм, откройте Яндекс, откройте Гугл. Везде есть новости, везде есть это написано. Здесь поворачивать нельзя на Тринклера. Если там... водители нарушают, то что это чьи проблемы? Да что вы говорите, что нельзя сюда поворачивать налево? Вы уверены? А вы уверены, что можно? На 100%. Я вам даже обратное докажу. Это ваше право. Смотрите, вы меня остановили. Доведите, пожалуйста, дело до конца, чтобы я просто на вас заявление не писал, а без причины остановки. Я сейчас вызову, послушайте, я сюда сейчас вызову. Справу я повинен довести до конца. Подождите. Справы вы конкретно меня остановили? Вы я конкретно вас, мне на... Вас у меня запинив, видео было. Я запинив. Предъявить тогда, Я все, правильно, я все в процессе, я вам предъявлю. Починайте. Я не буду распочинати. То бишь вы обосрались. Ну прямым текстом, вы просто обосрались. Будьте мужиком, не будьте именно... Убирайте, пожалуйста, то, что вы кажете. Что? Убирайте. Еще раз. Нормально. Говорить нормально. Зачем оскорблять? 345-я, блядь, вперед! Блядь, респект! То, что я ему сказал, что он обосрался? Ну что такое? Подожди. Вы тут, я тебе могу сказать, я сейчас тут 2 часа постою, давай вы хер... Культурно же общаться. Ну... Так как культурно можно? Подожди, он меня останавливает, а потом говорит, я тебя не останавливал. Как, блядь, не останавливал? Вы что, прикалываетесь? Вадим Николаевич, я до вас подошел, но я вас не запинял. Кто запинял? Хорошо, кто запинял? Видео. Кто запинял? Кто запинял? Вы меня запиняли. Да. Правильно. Перед вами я извиняюсь, теперь к вам. Как вас величать? Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич, можно убедиться, что вы Дмитрий Николаевич? Да. Будьте так любезны. Я пиздец, такой, блядь, сегодня вежливый, что просто. Полтавець Дмитро Миколаевич. Поехали, смотри, он без света едет, поехали. Ай, подождите, а я? Поехали, блядь.
Подождите, вы что, прикалываете? Вы езжайте, он остается с... Не, вы вдвоем оставайтесь, а вы вдвоем едьте. Дин кируется транспортным засобом. Нет, подождите. Вы вдвоем остаетесь, подождите. Ну это неправильно. Ну на жалоба аж напишется, мужики, вы что, прикалываетесь? Ну, блядь, вы смотритесь именно смешно. Вы прикалываетесь. Блядь, пацаны, вы прикалываетесь. Друзья, вот вам банальный пример того, что я выехал в ночь и повернул якобы на знак 4-2. Но, к моему счастью, я знаю законодательство, и я не поворачивал на знак 4-2. Я немного поумнее сделал. И вы сами видели, как полицейский себя вел, увидев меня. Так как у меня автомобиль затонированный, они просто немножко обосрались, увидев меня. Поэтому, друзья, учите матчасть. И вы знаете, что сделать. Подписаться на канал и обязательно поставить колокольчик.